Ягова Зинаида Степановна родилась 1 мая 1930 года. Когда мне исполнилось 11 лет, началась Великая Отечественная война. Папа у нас работал в горячем цеху, он работал сутками, потому что там варилось зерно, чаны, большой чан шел со второго этажа на первый, и папа там им руководил, там, как там горячий, там подать пар или какой там нужно. Ну, он был осведомлен в этой профессии. И так мы работали, он работал всю войну. Затем начали принимать работников и платили не деньгами, а спиртом. И стало немножко лучше на заводе, потому что появилось много рабочей силы, которые помогали. Вот. У меня брат работал, один брат работал в цехе, где хранился спирт, а спирт был несколько видов. Был медицинский, затем был следующий там, спирт другого совсем качества и другой процент. И в последнем итоге выпускалось сивушное масло. Оно шло для лечения больным. И это, эти все вот спирт натуральный 96-градусный, затем вот это масло сивушное, это все шло на фронт для лечения больных, раненых. И так продолжалось до конца войны, до 45-го года. И когда объявили победу, вы не представляете, что было. Люди встречались, обнимались, целовались, улыбались, так были рады, что закончилась эта проклятая война. Все-таки наши победили, и мы были все рады. И с этого момента стали праздновать День Победы 45-го года.